День города. Выходные отметили и в Ядрине. Главным подарком для жителей стало открытие начальной школы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Торжественный момент. Звучат фанфары, в небо взмывают шары. Новую школу в городе Ядрин возвели буквально за год. Теперь дети в предвкушении начала учебной поры. Все, вложили деньги там, чтобы мы могли учиться спокойно. Я соскучилась по школе и хотелось увидеть новую школу. Как там все, сколько там денег вложили, как она внутри и снаружи. Хотелось, чтобы все ученики учились на отлично. Тем, кто скучает по урокам, придется немного потерпеть. В этом году начало учебного года из-за выходных переносится на 2 сентября. Открытие школы для ребят, репетиция Дня знаний. Вот и задание на дом – написать сочинение о своих заветных мечтах. Я желаю себе, чтобы в этом учебном году я был отличником и не болел. Мечты сбываются, говорят и преподаватели. С открытием новой школы в городе полностью решится проблема второй смены. Двухсменка – это значит, дети уходят уже, особенно зимой, в темноте домой. Родители волнуются, переживают, потому что не все могут встречать. Но эта школа, конечно, замечательная, прекрасная, очень уютная. Школа, она появилась, потому что есть дети. Вторая смена уже здесь назрела в городе Ядрине. И вот новая школа появилась благодаря нашим мамам, нашим родителям. Им спасибо огромное. Ну а детям я хочу пожелать, чтобы они хорошо учились. На строительство школы направили порядка 150 миллионов рублей. Все учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники. В этом году за парты здесь сядут более 300 ребят. Будущие первоклассники обучаются здесь же. Детский сад в городе Ядрин был открыт 3 года назад. И уже тогда появилась идея возвести напротив новую школу. Председатель правительства республики отметил, что строительство и реконструкция школ для региона – приоритет. Данная школа построена в рамках указа президента Российской Федерации номер 204 по ликвидации второй смены в учебных заведениях. Поэтому я надеюсь, что это не последняя школа в городе Ядрин. Проектируйте, заявляйтесь, участвуйте. Ядрин успешно участвует и в других федеральных программах. Иван Моторин отметил, что у города большой потенциал. Сегодня в облике Ядрина гармонично сочетаются традиции и современность. Здесь явственно ощущается атмосфера созидания. Строятся дороги, жилье, формируется современная инфраструктура. Под аккомпанемент барабанщиц по центральным улицам прошли работники предприятий. Лучшим из лучших вручили госнаграды за многолетний труд. Так в Ядрине отметили 429-ю годовщину города. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.